Asus ROG Strix Car 18 – это огромная мультимедийная машина для тех, кому не нужен ПК, кому нужна мобильность и все и сразу. Intel Core i9, 4090 RTX, 2 терабайта памяти с возможностью увеличения до 4 и еще огромное количество фишек. В общем, это самый топовый топ из всего возможного, что предложено сегодня на рынке. Оправдывает ли он свои деньги и стоит ли вообще на него обращать внимание? Но я думаю, если вы смотрите это видео, значит, в любом случае вы уже к нему присмотрелись. И однозначно ответ «да». А еще больше интересного и нужного и полезного в нашем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Поехали! Достаем нас в станцию, и перед нами предстает сам ноутбук, зарядное устройство к нему. Кстати, в некоторых комплектациях идет сразу два зарядных для офисного режима работы и для игрового. Ну, поскольку сам ноутбук нелегенький, он весит 3 800 граммов, он что-то я снял накладочку. Достаем устройство, вот такая оригинальная коробка, зарядная, документация, все необходимое есть и, конечно же, накладки. Но мы сейчас не об этом, мы о самом устройстве и оправдывает ли оно свое железо. Начинаем с того, что это 18-я диагональ и вес ноутбука, повторюсь, почти 3200. Добавляем сюда зарядное устройство, еще 400 граммов, получаем почти 4 килограмма веса, который вам придется носить с собой, если все-таки такая необходимость будет. По пользовательской части видим полупрозрачную такую накладку, и это особенная фишка данного устройства, нравится или не нравится, но это в любом случае дизайнерский ход, то, что выделяет Asus среди многих, особенно Republic of Gamers. Включаем устройство, и как видите, светодиодных панелей здесь достаточно, в том числе подсвечивается и сам логотип. На тыльной части и на фронтальной части точно так же у нас идет подсветка. Скажем так, она не вычурная, ее вполне себе хватает, лишнего здесь не присутствует. С разъемами сделали все максимально грамотно и логично. Их можно было бы, конечно, сделать больше, и об этом многие пользователи пишут, что не хватает явно разъемов USB-A формата. Однако, смотрите, какая у нас история. На тыльной части вообще ни одного разъема, отсюда идет выдув горячего воздуха, и это правильно. Ну, во всяком случае, субъективное наше мнение. По левой стороне проприетарный разъем RJ45 Ethernet и HDMI версии 2.1. Два USB Type-C, которые поддерживают Power Delivery, и один из них DisplayPort, он же G-Sync. Стандартный разъем 3,5 мм для акустики наушников гарнитуры. По правой стороне два USB-A и снова выдув воздуха. Никаких картридеров здесь, к сожалению, нет. Ни для SD-карточки, ни для большой карточки. А вот это можно было бы, кстати, и добавить. Вот оно, великолепие. Nebula HDR с разрешением 2.5К, частотой обновления 240 Гц, DCI-P3 100%. И что тут у нас по засветам? Углы обзора адекватные, 85 градусов. Честно, таких прям явных искажений или уходов в желтые, красные оттенки нету. Что по горизонтали, что по вертикали. Но все-таки за счет того, что диагональ большая, на белом фоне или просто на рабочем столе, когда работаете с текстом или с презентацией, и уж тем более с цветокором, видны уход в темные тона по краям. Это все-таки технология мини-LED, и такая история случается. Причем не только на мониторах, но и на вот таких матрицах, встроенных в девайсы. Разрешение 2560 на 1600 точек, плотность пикселей 168 ppi. Максимальная яркость в ручном режиме 560 нит, в режиме HDR увеличивается до 1100 нит. Собственно говоря, по этому ноутбуку получил сертификат веса дисплей HDR 1000. Что говорить о реальном использовании, то и на свету, и при прямом попадании лучей видно все хорошо. То есть эта большая наша мультимедийная станция может работать без подключения внешних источников абсолютно в любых местах. Матрица поддержит 12-битную глубину цвета с более широким цветовым диапазоном и более высокой пиковой яркостью. Вот это, собственно говоря, и есть основной отличительный момент мини-LED от технологии OLED. И говоря про камеру, да, она здесь есть, но номинальная, звук и качество исключительно для стрима, не более того. Поэтому, если вам необходимо что-то с этого ноутбука куда-то визуально переправлять, не только в мессенджерах, а уже прям что-то качественное, то будьте готовы к тому, чтобы подключать внешнюю камеру. Камера стандартная, такая золотая середина, 30 кадров в секунду, 720 точек имеем, два стереомикрофона, поэтому максимум для чего-то легкого стрима и общения подойдет. Больше никаких особых примочек. Продолжаем обзор.
Железо. Да по нему вообще никаких вопросов нет. Все, что вообще возможно сейчас найти топовое, оно здесь находится. И начинаем с процессора. Это Intel Core i9-14900H. 24 ядра, 8 производительных, 16 эффективных и 32 потока в общей сложности. Максимальная турбочастота 5,8 ГГц. Но фишка ли разве в этих параметрах? Да фишка в том, что программно вы можете отключать как энергоэффективные, так и производительные ядра. И таким образом использовать в офисном режиме данное устройство, внимание, до 8 часов автономности. Вы только прикиньте, 18 диагональ, 3 кило живого веса и почти 8 часов автономности. Что у нас по оперативной памяти? В данном случае две планочки по 16 гигов DDR5, но в общем и целом вы можете подкинуть сюда две по 32, итого у вас может быть в максималке 64 ОЗУ. Что касается накопителя, то в данном случае SSD на 2 ТБ, но поскольку имеется слот M.2, то можно подкинуть еще, итого получится 4 ТБ. Итого вы просто представьте себе, 24 ядра, 64 оперативки и 4 терабайта. Что еще может быть? Что может быть еще больше у лэптопа? Это же не ПК. Переходим к тестам. И традиционно Adobe Premiere. Наш минутный видос, 80 мегабит, разрешение 4К, выгонка за 25 секунд. Карл, это пока что топовый результат. Для монтажа идеально. Для цветокора тоже все замечательно. Ну а что у нас по результатам игр? Итак, запустили киберпанк с трассировкой лучей, с настройкой на разных вариантах и форматах. На максималках получили 80 кадров, и это классный результат. Реально достойный, но при этом все-таки легкие фрезы и подтормаживания были. Возможно, это только в тесте. Идем дальше. RDR2, максимальная частота кадров 166, но средняя 90. И здесь никаких фрезов и лагов не было. Прям вообще никаких не было. Хотя в других вариантах, сколько бы мы ни смотрели, особенно на версиях 4070 RTX, постоянно что-то выползало. Так что в данном случае можем потягаться и с настольным ПК. Чем и как это все обусловлено? У всех получились разные результаты тестов. У нас такие. По скорости чтения и записи SSD. Напоминаем, что у нас здесь на 2 ТБ стоит. Около 6600 на чтение и 5500 на запись. Geekbench Single Core тест оценил одно ядро почти в 3000 баллов, а мультиядерный тест выдал почти 18000 баллов. Blender оценил процессор в 390 баллов, а видеокарту в 7410 баллов. И это действительно колоссальные показатели. Все летает, и ответ на вопрос, а стоит ли брать ПК, когда есть такое устройство? В плане экономии да, но если вам нужна мобильность, то однозначно здесь вы абсолютно не разочаруетесь. Клавиатура обладает возможностью обработки одновременного нажатия нескольких клавиш, а механизмы способны выдержать более 20 миллионов нажатий. В этом нас уверяет производитель. Как покажет себя клавиатура на практике, время покажет. Ну и еще небольшой бонус – это увеличенный тачпад. Нужен хороший отклик, четкий и тугое нажатие. В данном случае оно реально мягкое, и вы четко чувствуете клавиши. Плюс к этому ко всему они практически бесшумные. Soft-touch покрытие и огромное количество настроек подсветки тоже всегда порадуют глаз. Увеличенный тачпад 130 на 85 мм, его еще и покрыли стеклом. Нажатие удобное, простое, не двойное, без вибро-отклика, но пользовательская часть реально большая, поэтому до 80% нажимается. В общем-то, уже все ближе и ближе к совершенству. Расстояние между клавишами 3,5 мм – это особенно приятно для гейминга и для разработчиков, ведь упор сделан не только для того, чтобы здесь конкретно наваливать, но также работать с дизайном и в том числе разработкой игр. Так говорил нам производитель, собственно говоря, он это и подтвердил. Реального нагрева и закипания не наблюдается. Конечно, по левой части чувствуется легкий нагрев в процессе работы, но за счет исполнения материалов и вот таких вот мягкого софт-тач покрытия полупрозрачного, в отличие от того же алюминиевого или магний-алюминиевого сплава, нет ощущения раскаленной доски. А тротлинг, увы и ах, все-таки замечен. Однако в реальном игровом процессе, либо в процессе разработки чего-то, монтажа и прочего, вы не заметите ощутимого нагрева. Звук. Ну, звук здесь просто. Ребята, 4 динамика. Ну, такой вау. Ну, получается, настолько божественно, что вам просто не нужно ничего еще сверху. Хотя, хотелось бы и погромче. Ну что, затестим? Oh, 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 oh
приятный. Действительно, звук такой, который хочется иметь во всех игровых устройствах, чтобы не думать о том, чего бы еще подключить, по какому протоколу Bluetooth, как тут куда воткнуть. Учитывая то, что это мобильное устройство, которое может помочь вам и в офисе, и дома, и где-то просто на выезде, или у вас там серьезная гастрольная жизнь, то поверьте, здесь вам всего хватит. Armor Create. Через эту программу, собственно, все и настраивается. Тут две горячие клавиши под Armory и под Auro. Что это за фишки такие? Ну, во-первых, настройка клавиатуры и всей светодиодной части, которая здесь есть. В три уровня яркости она происходит, плюс к этому ко всему можно выбрать огромное количество вот этих вот режимов, там стробоскоп, не стробоскоп, волна, по кругу. Короче, ну, это же не самое главное, ребят, понимаете, но главное, что все это стильно. То, что может эта прога, реально увеличивает срок службы и автономность устройства. Что мы имеем здесь? Конфигурация процессора P-Core и E-Core. Сами понимаете, это получается производительный и энергоэффективный яд. Так вот, выбирая их количество, вы сразу же определяете долговечность работы данного устройства, а точнее, сколько оно проживет в течение суток. Итак, ставим яркость 50%. Ядра у нас абсолютно все заряжены, 8.16 работает. Что получаем? При офисном использовании около 4 часов автономности. При просмотре видео около 2 часов автономности. При игре в Cyberpunk или RDR, не на ультра настройках и 50% экрана, напоминаю, у нас получается что-то около 40-50 минут. А вот и зарядное устройство. Блок, как видите, не маленький. Поэтому для мобильности рекомендуем все-таки 100-ваттную зарядку, тем более через Type-C. Ну, если вам играться не придется. А так, вместе со всеми проводами, получается 960 грамм. Итого реально 4 килограмма вес. Хотя вроде бы сама зарядка тут грамм 450 весит. Переключение режимов, огромное количество вариантов конфигурации, производительный режим, эко-режим, огромное количество горячих клавиш, которые горячие только номинально, до них реально легко дотрагиваться. Все сделано максимально для того, чтобы вы не думали о том, как подстроить этот ноутбук под себя, каждый раз заходить, что-то там менять. Может просто все запрограммировать, закинуть в профиль и пользоваться этим каждый день. Так что разработчикам, дизайнерам, людям, которые работают с графикой, с монтажом и, конечно же, геймерам, он подойдет просто на ура. Может ли это устройство служить полноценной заменой ПК? Однозначно может. Отвечаем на вопрос, почему? Да потому что ПК никогда не будет таким мобильным, как данный девайс. Будет ли он дороже в совокупности? Да. Будет ли он производительней? Нет, он будет приблизительно на том же уровне. Но вы только подумайте, если вы находитесь вот с таким устройством, где угодно и когда угодно, вам не нужно таскать кучу проводов, вам не нужно брать монитор съемный, у вас все под руками, вам нужно действительно устройство производительное, вы получаете все и сразу. С обновлениями, с прочим, что ждет по софту, думаю, что ситуация будет буквально с каждым годом все лучше и лучше. Свою актуальность он не потеряет. Из откровенных минусов здесь что-то выделить сложно, наверное, только то, что не подсвечивается кириллица и, ну, реально, по факту отсутствие селфи-камеры, хотя кому она здесь нужна. Из приятного, хорошая система охлаждения, не было тротлинга так вообще, но по факту этого незаметно. Качественное исполнение корпуса, ничего не люфтит, до всего приятно дотрагиваться, но, скажем так, по внешке это вкусовщина. Не каждому понравится прозрачный корпус, но, однако, в этом что-то все-таки есть. Крутая матрица, шикарный звук. Клавиатура — это просто отдельная статья для обзора. У Asus она всегда на высоте и с каждым разом все лучше и лучше. Поэтому, наверное, и отзывы по нему только положительные, что по износостойкости, что и по пользовательской части. По охлаждению все опять-таки максимально и логично, не только в плане расположения всех устройств, но и по шуму. Так что, работая на этом устройстве, вы не будете чувствовать себя на взлетно-посадочной полосе. Короче говоря, если у вас ТЗ, чтобы было все и сразу, и при этом можно было взять это с собой, Strix Car 18 — это мобильное устройство, которое поможет вам получить все и сразу абсолютно в любой точке земного шара. Актуальные цены и наличие смотрите на 5 Element Buy. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик и не забудьте парочку комментариев. Не только про то, что мы рассказали, но и про то, что вы увидели.